Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С какой ноги встанет, так оно и будет. Это оценка Джозефом Байденом перспектив войны, начатой или не начатой, который начнется или не начнется со стороны Владимира Путина. Как будет настроение, так он и поступит. Здравствуйте, Леонид Гозман. Вы тоже так думаете, добрый день, наверное? Я тоже ну, так что думаю. Вот в голову стукнет человеку, да? Вот весь мир ждет, что же ему стукнет такое? Да. Каждое утро мы думаем, каким он проснется сегодня. Да. Точная оценка политическая. Боюсь, что да, потому что... Нет, ну она ведь с чем связана? С двумя вещами. Во-первых, что решение у нас принимает один человек, вот, и никаких сдержек, противовесов, конгрессов, сенатов там, и прочего у него нету. Вот он глупости всякие. Всякие глупости, да. Он что захочет, то и сделает. Вот. А, значит, это номер раз. А номер два, то, что ведь на самом деле никаких оснований для вот этой сегодняшней истерики, обострения и балансирования на грани ядерной катастрофы вообще нету. Угу. Просто нету. Знаете, вот никто же не может объяснить, какого этого самого, как бы это сказать, да, он вообще во все это поперся. Вот. Нету такого. Причем, во-первых, нету никакой угрозы, ради которой надо вот так вот отражать вообще, встав на уши и поставив на уши весь мир. И ничего нельзя добиться. Допустим, окей, начинается вторжение, значит, оно идет очень успешно, значит, враг бежит, вообще наш флаг над Крещатиком, этот самый Красовский из Rush Today сжигает там Конституцию, как он пообещал, ну и так далее. Все пляшут и поют. Что мы с этого имеем? С точки зрения безопасности, мы имеем весь мир консолидирован против нас. Ну, это совершенно уже очевидно тогда, да? Вот. Причем даже Китаю, я думаю, это не понравится. Значит, мы имеем... И надо тем более со стороны, да, у ворот, со стороны, ну, Крещатика, не занятой его части, со стороны Майдана незалежности, которую, ну, не всякие, отдадут. Там Швеция, Финляндия, понятно, да. В НАТО, ударные ракеты по периметру, ну, в общем, все как положено, да? Мы имеем обрушение экономики, мы имеем жуткую ситуацию внутри социальную и такой военный лагерь здесь, то есть вот... Все то, что мы имеем после радостного освобождения Крыма и части Донбасса, да, только это будет там в 100 раз больше. Вот. То есть у этой стратегии нет выигрыша. Вообще нет выигрыша. Никакого. Там ничего нельзя выиграть. Поэтому, конечно, это все в голове у одного человека. И вот такое впечатление, что правительство, он просто там гулял у себя, да, вот, а на него сосулька упала. Да. Вот. Ну, вы нас простите сразу, уважаемые зрители, слушайте, что мы тут смеемся, потому что, ну, это такой нервный, наверное, смех, истерический, но тем не менее, действительно, вот упала сосулька, вот он пошел на Украину, вот в ее сторону, не упала сосулька, не пошел он туда, вот это вот действительно... Сосулька уже упала. Сосулька упала, все, сосулька... Нет, не пугайте. Нет, вот это все обострение... Тут все обострение. Нет, это чтобы она упала, он должен поехать к Беглову на территории Санкт-Петербурга и постоять там под крышей. А он не стоит, ему охраны не дает. Он же по улицам ездит. Надо, чтобы сосуля это, говоря питерским языком, упала. Может, метеорит. Метеорит. Вот, уважаемые, опять же, слушатели и зрители, сегодня мы ровно эту тему и обсуждаем. Откуда ноги у истерии? Она существует, военная истерия. Для нее есть основания, что самое интересное. Вопрос, кто подбрасывает дровишки, кто дает основания вам, нам волноваться, психовать, ждать войны, там, паковать чемоданы. Тут кое-кто пакует и уже уезжает. Мы это обсуждали в предыдущей передаче. Вот почему-то взяли, запаковали 7 дипломатов украинских, работающих на территории Украины, россиян, и отправили домой. Для чего? Для того, чтобы тут нас, опять же, взбодрить, для того, чтобы их обезопасить. Никто ничего этого не знает. Но заявления звучат ровно с разным знаком. И что самое интересное, с разным знаком заявляют украинские власти и американские официальные лица об одном и том же, но с разным знаком. Мы эти знаки будем сегодня обсуждать, смотрим сюжет. 19 января государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой во время визита в Киев. В ходе пресс-конференции госсекретарь США заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину и в рамках нормандского формата предпринимать попытки по деэскалации конфликта дипломатическими методами. We know,
Мы и украинский народ знаем, что из-за агрессии Москвы на сегодняшний день уже погибло более 14 тысяч украинских мужчин, женщин и детей. А около 1 миллиона 400 тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Госсекретарь пообещал, что США в ближайшие недели поставят Украине дополнительную помощь в сфере безопасности на сумму 300 миллионов долларов. Если Россия осуществит свои агрессивные намерения, возобновит агрессию и вторгнется в Украину, мы предоставим дополнительные материалы, помимо тех, что уже находятся в процессе поставки, и это будет способствовать дальнейшей защите Украины. В тот же день Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи госсекретарь заявил, что США отдают предпочтение дипломатическому разрешению кризиса. В то же время мы ясно дали понять Москве, что если она решит возобновить агрессию против Украины, это будет означать, что она столкнется с очень серьезными последствиями. И опять же, это исходит не только от Соединенных Штатов, но и от стран Европы и других стран. Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем Блинкеном назвал главным достижением российской агрессии распространение паники. Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри. В то же время президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с видеообращением, в котором призвал не паниковать из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. По его словам, он искренне верит, что оно не начнется. Угрозы, по его словам, не стали больше, но вместо нападение на украинскую землю, Москва нападает на нервы украинцев. Всем нашим гражданам, особенно пожилым, нужно это понять. Выдохнуть и успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Что вам делать? Только одно – сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в своей армии, в нашей Украине. 20 января президент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину станет для России катастрофой, а российский президент Владимир Путин в этом случае столкнется с санкциями со стороны Запада, которых он доселе не видел. Считаю ли я, что Путин решит проверить Запад, США и НАТО самым жестким образом, на который он способен? Да, полагаю, он это сделает. Но он серьезно и дорого заплатит за это. Он даже не знает сейчас, во что это ему обойдется. Думаю, он будет сожалеть, что сделал это. Дальнейшее вторжение в Украину будет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы жестко наказать и нанести серьезный ущерб России и российской экономике. Итак, вот что мы обсуждаем сегодня. Паниковать или не паниковать? Тот же Джо Байден говорит, что он еще не решил, как встанет, с какой ноги встанет, так и будет. Но при этом он склоняется к тому, что он все-таки попробует проверить НАТО на прочность и все-таки попытается совершить нечто вроде военной операции. И странам НАТО нужно быть к этому готовыми, в том числе и санкциями новыми, очень жестокими, и в военном смысле, и Украину они поддержат. Все это он сказал, что мы к этому готовы. Вопрос: паниковать, не паниковать? Это вот вся эта нервная ситуация, кем она все-таки, мы сейчас еще Марию Захарову обязательно послушаем для баланса, кем она все-таки провоцируется? С нами на связи Александр Харебин из Киева, политолог, аналитик. Александр, здравствуйте. День добрый. Вчера я слушала внимательно украинские шоу, в которых, они вообще гнобят Владимира Зеленского по всем пунктам, на всех каналах. Но тут особенно его били вот за это обращение. Не паникуйте, не запасайтесь гречкой, вторжения не будет. Как вы на это смотрите? Вы скорее на стороне Байдена, который говорит, вероятность велика, или на стороне Зеленского, который говорит, слушайте, прекратите панику, не лейте мельницу на воду России, которой только этого и надо, чтобы мы тут психовали? Смотрите, я однозначно на стороне Украины, и как и любое общество, украинское общество требует разного обращения, разные слои и разные прослойки. Для тех, кого нужно было успокоить, был Владимир Зеленский со своим спичем. Для людей, которые реально понимают картину и предполагают свое место в этом будущем мире, нужно слушать Байдена, нужно слушать Блинкена и, естественно, нужно слушать, вы, может, удивитесь, Лаврова и российскую сторону. Потому что иногда в той лжи, которую пытаются транслировать, есть слова, которые на самом деле подразумеваются и которые нужно вычленять и понимать, что с ними делать. Вы верно заметили, что украинские телеканалы сейчас устроили, я бы это назвал, травлю президента Зеленского, потому что Зеленский за последнее время стал таким костью в горле всем, как политическим группам влияния, так называемым оппозиционным,
и по-настоящему, и мифическим, ну, естественно, Российской Федерации, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в стране, чтобы украинцы, как обычно, в начале любые этапы национально-освободительного движения вносили хаос во внутреннюю повестку, и дальше уже можно было приходить и либо спасать братский народ, либо наоборот ждать, когда украинцы сами сделают путинскую работу. Спасибо, Александр. Разница в этих двух войнах, о которых мы говорим, когда я говорю, она начинается, это открытая война. Вот та война, о которой вы говорите, 2014 года, Россия ни одного раза не признала в ней своего участия. Здесь, если будет конфликт, тут уже деться некуда. Здесь уже Россия начинает войну официально от своего имени. Леонид, что вы скажете по поводу этих двух позиций? Вот вчера очень жестко критиковали Зеленского. Ему говорили, вот тебе же Блинкен приехал и говорит, дело серьезное, мы вам технику, мы вам там военных, враг у ворот. А ты тут нам говоришь, что не паникуйте. Вот его за это. Что вы скажете? У них действительно есть противоречия в позициях у американской стороны и у украинской стороны официально? Ну, вы знаете, вот, Лена, вот внутренняя ситуация в Украине, пускай они решают без нас. Они не вот. Решают. Они Нет, просто... ну, хорошо, я не говорю о том, дело. Что решите, Лен, что Лен, значит, это не наше, наше не дело. Наше дело высказываться даже на Почему? Эту тему. Потому Почему? Что мы страна-агрессор. Потому что это наша с вами страна ведет уже 8-9 год войну против Украины. То это наша вы, страна. Как гражданин России, считаете некорректным оценивать да. ни да. позицию Зеленского, ни позицию США, которую США транслирует переговоры вот с Зеленским? Я считаю некорректным оценивать позицию Зеленского и говорить, прав или не прав президент Украины. Вот у них там демократия, у них там свободные средства массовой информации, и они точно нет, разберутся нет, без меня. Нет, я не так спросила. Я спросила, считаете ли вы, что их позиции расходятся, или не считаете в том, исходя из того, знаем, что вы услышали? А мы же не знаем, что думает Байден, что думает Зеленский, когда они говорят. Мы этого не знаем, на самом деле. Да? Мы не знаем, не исключено, это вообще там позиция Зеленского согласована с этим, с Блинкеном. Они вот так договорились, давай ты будешь говорить так, я буду говорить так. Почему бы и нет? Всякое бывает, да? Значит, паниковать это всегда плохо, на самом деле. Но, знаете, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему всегда. И коллега прав совершенно, что надо очень внимательно слушать то, что говорят наши. Очень внимательно. Потому что, знаете, вот одна из... я слышал одно из выступлений одной дамы, уже очень пожилой, которая Holocaust survivor, которая, значит, выжила в Холокосте. И она говорит, какой вот главный урок Холокост? Ну, ей там что-то говорят. Она говорит, не, все это не то. А главный урок такой. Если люди говорят, что они хотят вас убить, верьте им. Вот понимаете, вот то, что они несут наши, uh-huh, да? Uh-huh. Что это не до государства, это бесхозная территория. Там надо брать, такое. Надо брать. Вот в это надо верить. И надо готовиться к тому, что они будут действовать в соответствии с этими вещами. Я надеюсь, что Украина готовится. И смотрите, значит, есть две вещи, которые могут остановить Владимира Путина. Мне кажется, две всего. Да? Первое, это действительно страх перед санкциями. Вот, если они действительно настолько серьезны. И второе, это опасение больших человеческих потерь. Мне кажется, не из гуманизма, нет, отнюдь, но если в дома его избирателей пойдет груз 200, да, то они ему этого не простят. Вот это он, я думаю, понимает на фоне падающего рейтинга своего и так далее. Вот. Поэтому если он верит в то, что украинская армия может дать серьезный отпор, нанести существенный ущерб, то он не пойдет. Если он в это не верит, если он верит в то, что мы сейчас там... размахнемся, и все будет прекрасно, да? Как перед Афганистаном, когда Брежневу говорили вообще, что будет, а какой-то генерал ему сказал на заседании, где я не принимаю решение, что же, говорит, русский солдат проиграет этим мужикам в широких штанах? Ну и, пожалуйста, пошли, да, проиграли. Вот, теперь важная эта вещь вот какая. Значит, понимаете, допустим, вот они же себя загнали в угол. И ладно бы себя, и дьявол бы с ними, нас всех они загнали в угол. Значит, им надо выйти теперь из этого. Допустим, Путин решил, не надо воевать. Да? Он должен что-то сделать. Что-то надо делать. Да. Чтобы сказать, что он победил. Да. Чтобы сказать, что он победил. Как-то выйти без потери лица. Вот что это может быть? Что бы вы ему посоветовали, действительно? Вы знаете, я бы ему посоветовал вот что. Я бы ему посоветовал сказать, что вот они все поняли, вот видите, они вот в ближайшие там 3 года они Украину не примут, а дальше Украина сама развалится.
Ну, например, что-нибудь вот такое заявить, да? То есть надо бить о победе. Когда во время бури в пустыне... Это вы за американцев как бы предлагаете? Нет, я за наших. Так он же никого не слушает. Подождите. Вот если он не хочет воевать, если он понял, что воевать не надо... Но надо выйти с лицом. Ему надо выйти с лицом. Да. Когда Саддам Хусейн проиграл бурю в пустыне Джорджу Бушу-старшему, когда его армия была разбита в пыль вообще, да? Он знаете, что заявил? Что он полностью разгромил американский империализм. Вот он это заявил. Да, на голубом глазу. И нормально прошло. Чего там, в конце концов? Вот пусть он заявляет любую ахинею, наш любимый президент, любую вообще, лишь бы не воевал. Знаете, вот главное, чтобы не было войны. Все остальное, пускай он несет, что хочет. Да? Вот, в этом смысле могут быть вот такие какие-то символические шаги, да, которые, ну, конечно, чушь собачья, да, конечно, не имеют никакого отношения к реальности, но они могут все-таки как-то сработать. Я думаю, что Запад с удовольствием ему поможет найти эти шаги. Вот. Ну, потому что... Какую бы чушь нам сморозить за Владимира Путина так, чтобы выйти ему достойно из этой дури? Вы знаете, я, кстати, не исключаю, знаете, чего? Mm-hmm. Вот, допустим, что вот эта свежая идея признать ЛНР, ДНР, да, что это из этой серии признать и сказать, что мы победили таким образом. Знаете, вот просто. На самом деле, если мы не вводим туда открыто свои подразделения, они там и так есть. Помните, суд Ростовский признал, да, что там есть наши войска. Значит, если просто их признать, то ситуация объективно никак не ухудшится. Международной легитимности этого не будет. Когда у нас будет, наконец, я уверен, что будет рано или поздно, новое правительство, которое, новое руководство, то оно, конечно, все это отдаст. Это понятно. Леонид, ситуация, конечно, ухудшится, потому что тогда Россия, признав эти республики, может заключать с ними, конечно, уже включать их в состав АДКБ, отправлять эти, значит, боевые единицы из ЛНР в Казахстан и так далее. Хороший вариант уйти оттуда и отдать украинцам их земли. Это хороший вариант, да? Все остальные варианты плохие. Мы сейчас с вами берем вариант. Вот катастрофа, вот война совсем с Украиной, катастрофа такая и меньше. Масштабная, это катастрофа, да? Какая-то дурь, вот такая, вот это такая. Меньшая катастрофа. Вы знаете, вот, что поскольку эта дурь довольно серьезно вчера всплыла на поверхность с признанием, мы ее все-таки давайте отдельно обсудим, но не в эту минуту, потому что в эту минуту по справедливости нужно дать слово Марии Захаровой. И я спрошу как раз экспертов ровно... Теперь уже о новом, о внутрироссийском противоречии, которое состоит в том, что в этих прекрасных ток-шоу, которые мы с вами любим смотреть, я к уважаемым телезрителям, к аудитории этих шоу, они действительно, эти эксперты, выходят и говорят, куда они дойдут, до какого места. Вот до Киева спорят, до Мариуполя нужно, брать ли Одессу, не брать ли Одессу. То есть там идет совершенно дележ Украины открытым текстом, русским языком. Зависит, да. Это совершенно, да, они уже там все это прекрасно между собой поделились. Обсудили, и, конечно, настроение брать, идти и брать. Я даже, простите, что я займу время, но это был чудесный эпизод, когда Владимир Жириновский спорил с ректором какого-то университета. Ректор сказал, ну, вы знаете, как-то не очень все-таки хорошо, Владимир Вольфович, масштабная ядерная война, не хотелось бы. Тот на него начинает наезжать, говорит, это вот вы так студентов учите, это таким упадническим настроением, как это не хотелось бы, вот они у вас не захотят воевать. А тот идет на попятный и говорит, нет, с Украиной, пожалуйста, с Украиной это можно, давайте, это я за конфликт с Украиной военный, я за то, чтобы туда идти, только не ядерная война. И тут приходит Мария Захарова сегодня на брифинг к иностранным журналистам и говорит следующие слова. Вот вчера состоялась пресс-конференция президента США. Посмотрите, какие вопросы были заданы в контексте ситуации вокруг Украины. Все журналисты, буквально, четко артикулируя, то есть тут не может быть сомнений в том, что мы их не так поняли, говорили о том, что Россия собирается напасть на Украину. То есть они выдавали это как абсолютно выверенный факт. Мало того, они на основе этого тезиса, который они произносили утвердительно, задавали вопросы президенту США, а как будет реагировать Соединенные Штаты Америки, а какие планы выстраиваются для, так сказать, отпора нашей стране, ну и так далее. При этом, ведь сам тезис фактом не является.
этот тезис вбрасывался в информационное пространство США через утечки, источники и заявления официальных лиц, потом, как в питательной среде, обрастал некой аналитикой в средствах массовой информации США, и затем обратно формулировался в виде вопроса тем же самым американским политическим деятелям. Вот, понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто, видимо, за счет частоты их повторения преподносятся как реальность, как факты. Вот домыслы это все. Домыслы, понимаете, это все домыслы. Юрий Федоров, вам слово, военный эксперт из Чехии. Вы как бы все это оценили уже внутрироссийский, как это сказать, когда в одной голове два таракана живут. Шизофрения. Нет, она биполярчика, вот любят они употреблять это слово, сами политики российские. То есть, с одной стороны, они стоят с картами и делят, куда бы нам правильнее и быстрее, значит, захватить. А с другой стороны, она говорит, откуда вы это берете? Это же домыслы. Вы на какой точке зрения? Кто нагнетает, кто домысливает? Вы знаете, у меня давно уже сложилось, давно, это последние несколько недель, что в Москве нет единой позиции по поводу того, что делать дальше. Нападать на Украину или не нападать. Есть точка зрения, которая присутствует, ее можно проследить в целом ряде публикаций, в том числе публикации, связанные с влиятельными очень кругами и фигурами в российской иерархии. Так вот, есть точка зрения, что война с Украиной, во-первых, бессмысленна, во-вторых, опасна. Опасна, потому что это вызовет целый ряд санкций там и так далее и тому подобное, мы об этом говорили. А бессмысленна, потому что, видите, смысл этой войны, политическая цель войны с Украиной, которая может прийти в голову российским политикам, российскому руководству, заключается в том, что после военной победы российской армии Киев вынужден будет подписать политическую капитуляцию. Так вот, вот это совершенно нереально с моей точки зрения. Даже если Россия одержит военную победу, ту или иную, неважно сейчас, какую именно, то Киев никогда на политическую капитуляцию не пойдет. Он не примет российские условия по Донбассу, по Конституции, по нейтральному статусу и так далее и тому подобное. Ни одно украинское правительство не в состоянии, даже если захочет, не сможет это сделать, потому что на следующий день оно будет отправлено в отставку, если с ним не случится чего-либо более скверного. Поэтому есть вот такая позиция, она относительно разумная, что, ну, в общем, нужно, конечно, предпринимать какие-то там усилия для того, чтобы показать Западу, что Россия – это великая держава и так далее и тому подобное. Это вот вся эта демагогия, она хорошо известна, но не нужно переходить вот эту вот военную грань. Нужно придумать какой-то иной выход из того тупика, в который Россию завел Владимир Путин. Но есть и другая позиция, которая заключается в том, чтобы подтолкнуть Кремль, а если смотреть правде в глаза, то подтолкнуть именно президента Путина к тому, чтобы он все-таки, значит, отдал приказ о наступлении на Украину. Какие тут стоят мотивы за этим, кроме очевидной совершенно неадекватности людей, которые по этому поводу высказываются, я не знаю. Я не психиатр, я не могу понять и объяснить, чем руководствуется тот же самый Жириновский или подобные ему персонажи, которые, значит, вот с этих позиций выступают. Не является. Юрий, спасибо. И вот хочу я все-таки обратить и Леониду, и Александру в Киев высказывание Марии Захаровой, которое вы только что слышали, она говорит, что домыслы, а с другой стороны...
она говорит, что не такие уж и домыслы. Вот давайте послушаем это заявление. В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица, стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности. К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в средствах массовой информации со ссылкой на официальные структуры, источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляют на Украину оружие. Более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства и эвакуации дипломатов в случае чрезвычайной ситуации. Но самой масштабной является, конечно, военная помощь, как они это называют, Соединенных Штатов Америки. Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и 180 ракет к ним. На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе. Вооруженные силы Украины не прекращают обстрелы мирного населения востока страны. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, после Нового года количество нарушений режима прекращения огня уже перевалило за 3000. О провокациях они постоянно говорят официально, что вот будут провокации, после которых Россия, ну, не может не вмешаться, это уже такая. То есть, как бы, с одной стороны, все это ерунда, а с другой стороны, вы готовитесь, вы сами делаете все для того, чтобы нас спровоцировать. То есть она готовит их к тому, что они готовят нас спровоцировать на военную операцию. Ну, насчет домыслов, это напоминает этот анекдот, как женщина приходит домой, заставит мужа с любовницей, он говорит: ох, ну опять сейчас начнутся упреки, подозрения там, и так далее. Понимаете, 100 тысяч стоит войск у границы, да, сосредоточена ударная группировка. Ребят, вы что, сдурели, да, они говорят, вот эти наши все, говорят так, как будто бы этих войск там нету. Когда их спрашивают, единственное, что они говорят, ну, это наша территория, что хотим, то и делаем. Ну, конечно. Вот. Поэтому домыслы – это ладно. И вот. А то, что говорит Мария Владимировна Захарова, меня пугает значительно больше, чем бред, который несет Жириновский. Потому что Жириновский – клоун, это как бы не страшно. Вот. Он просто обозначает границы там и так далее. Он, кстати, совсем не сумасшедший. Он совсем не сумасшедший. Это он известно. Вот. Вот то, что говорит Мария Владимировна, меня беспокоит значительно больше. Потому что Мария Владимировна говорит очень понятную вещь. Она говорит, значит, они собираются что-то сделать. То есть наши действия будут ответом на их действия. Они еще не придумали, что сделают украинцы. Они еще не придумали, они еще этого не сказали. Но вообще это явно готовится Главец. Вот явно совершенно. Явно, да? Спровоцирует, да, нас на ответ. Я хочу вам напомнить, что незадолго до Нового года, когда еще не так было все весело, как сейчас, Сергей Кузьмич Шойгу сказал, что на линии противостояния на Донбассе подвезено химическое оружие и американские инструктора. Это очевидный поиск казус белли, повода к войне. Да? Значит, они собрали химическое оружие, они хотят напасть на наши мирные города, мы, значит, сейчас вот вынуждены ответный упреждающий удар провести. То есть вот то, что говорит Мария Захаровна, это вовсе не голубиный клёкот, это совсем самые-самые ястребы. Вот. То, что несет Жирик, забудьте. Это ладно, это не так важно. Это для анекдота. Да. А вот то, что они говорят, вот это действительно очень, очень и очень серьезно. Причем, понимаете, в чем дело? Вот очень важная штука. Им не нужна безопасность. Вот я абсолютно убежден, да, тут к психиатрии апеллировали, я не психиатр, я психолог, но я абсолютно убежден, что им не нужна безопасность. А что им нужно? Им нужно величие. Вот в том-то и дело. Понимаете, если бы была нужна безопасность, это вообще на самом деле совершенно нормальный вопрос. Если бы они пришли и сели и сказали: Саша, ребята, у вас подлетное время такое, а у нас в два раза больше. Непорядок, давай договариваться. Ну а что, Советский Союз с Америкой договаривался. Когда-то, да, и ничего, и договорились, между прочим. Вот. У вас вот радиолокационные станции здесь, давайте вот вы их отсюда уберите, поставим здесь, там, ну и так далее. Это нормальные вещи, на самом деле, абсолютно нормальные. Вот. Но им же говорят,
когда вот они начали первый раунд переговоров, им говорят: ребят, давайте обсуждать оружие, там все такое. Нет, они не хотят. Они говорят: пусть Украина в НАТО не вступает. А это не имеет никакого отношения к безопасности. Посмотрите. Они говорят, подлетное время, да? Подлетное время. Это то, что им сразу сказали, не обсуждается, никогда это обсуждаться не будет. Лен, что там сказали, будет, слушайте, будет, не будет, обсуждаться, другой вопрос. Нет, важно, что это не обсуждается. Нет. Запретить Украине вступать, нет, это не обсуждается. Послушайте, да? Важно, что это не имеет отношения к безопасности Российской Федерации. Ну, никакого, да, никакого. Единственное, что они сейчас делают, они пытаются обеспечить величие. Причем они ведут себя, кажется, абсолютно нелогично. Мне кажется, здесь есть внутренняя логика, на самом деле. Надо же ставить себя на место этих людей. Значит, они глубоко презирают Запад. Ну, они всех презирают, естественно. Но Запад особенно. Вот Запад для них – это Чемберлен и Даладье, которые сдались в Мюнхене. Вот что такое для них Запад. Это трусливые такие жалкие люди и так далее. И они забывают, что потом был Черчилль. Например, да? Вот, это как-то они забыли. Они верят в то, что вот этот слабый, трусливый Запад испугается их хамства. И они вот прут, как на буфет, в надежде, что испугаются. Проблема здесь в том, что когда не испугаются, а похоже, что уже не испугались, нет у Мюнхена, не случилось, а как лицо не потерять? Как лицо не потерять? А поскольку они озабочены не безопасностью страны, не благополучием страны, это давно уже все забыто, они озабочены собственной самооценкой, да, то они могут пойти на войну ради того, чтобы эту самооценку сохранить. Кстати, когда мы говорим об этих возможностях, мы говорим санкции, еще чего-то, я хочу обратить внимание на другой момент этой войны. Вот начнется эта война, не дай бог, да, и в ней будут погибать молодые, здоровые парни. Украинцы, наши, чем украинцы хоть будут погибать, защищая свою родину, а наши будут погибать просто за понты. Вот просто за понты, просто так. Вот они просто так возьмут здоровых мужиков, да, и положат их там в землю. Вот просто так. Это ужасно на самом деле. Александр Харебин, я хочу обратиться к вам с таким вопросом. Его даже формулировать-то сложно. Вы же видите, что они говорят все время, как стишок это звучит. Мы нападать не будем, если нас не спровоцируют. Это вообще-то реально для Украины, для ее союзников. Вот сделать так, чтобы комар носа не подточил, чтобы ни в коем случае не произошло то, что Россия воспримет как провокацию и воспользуется этим как поводом начать военную агрессию. Это возможно? Ну, смотрите, у нас в Украине достаточно активно обсуждается, и я думаю, что российским гражданам будет неприятно, говоря о том, что в России фактически возник такой новый российский фашизм. По факту апелляция к суде, там, к Мюнхенскому сговору, это фактически то, что делал Гитлер перед началом Большой войны. Это то, что фактически сейчас делает Российская Федерация в отношении Украины. То есть это эффект Глявица и так далее. То есть повод, любая попытка обосновать будущее вторжение. И, к сожалению, Байден, к сожалению для Украины, к сожалению для геополитики и мирового порядка, Байден сказал достаточно четко: Россия подошла к ситуации, когда у них есть только два выхода. Либо начать войну, либо деэскалация, причем мгновенная. То есть уровень агрессии, уровень риторики, уровень скопления вооруженных сил на границах. И здесь с Леонидом абсолютно точно нужно соглашаться, потому что он нашел квинтэссенцию. То есть нельзя, когда ты хочешь построить дом, ты идешь в магазин и покупаешь свои материалы. Ты дом не строишь, ты материалы там не покупаешь и не идешь в строительный супермаркет. Так и с армией. Когда с восточной границы России переброшены войска на западную границу, максимально близко к Украине, когда идет накачка войсками в Белоруссии, когда идет формирование ударных корпусов, ну, мы же взрослые люди, и уроки 20 века и предыдущие исторические параллели мы все выучили. А по поводу риторики, сейчас отвечу на ваш вопрос по Глявицу и прецеденту. Знаете, вот почему я сравнил русский фашизм или новый русский фашизм? Геббельс. Все, что сейчас происходит с российской пропагандой, телевизионной, медийной, с риторикой, знаете, есть известная фраза, ее приписывали то ли Геббельсу, то ли Гитлеру, я думаю, что они договорятся между собой на том свете. Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Чем чаще она будет повторяться, тем быстрее в нее поверят. Вот то, что мы видим здесь, находясь в Украине. Поэтому если Российская Федерация, если ее стратеги
захотят создать казус белли, они его создадут. Уберечься от этого невозможно, предусмотреть невозможно, спрогнозировать, как будет выглядеть эта провокация, невозможно. Захотят сделать так, что Украина провоцирует, сделают так, что Украина провоцирует. Мы должны, вот Леонид тоже сказал в самом начале, условия, в которых Украина сейчас находится, дают Украине только единственный шанс. Это я не хочу там шансы под названием сдаться, как многие хотят наши оппоненты. Украина должна создать условия, когда так называемый позитив, о котором думает российское руководство, от вторжения или завоевания или попытки захвата Украины, и будут несоизмеримы с потенциальными потерями от этого намерения. То есть и здесь то, что западная коалиция, фактически, вы знаете, удивительно, у нас в Украине называют помощь Соединенного Королевства и 7 транспортных самолетов, которые за последние сутки перебросили в Украину легкое противотанковое вооружение, назвали воздушным мостом. Я думаю, для российской аудитории слово «воздушный мост» очень сильно должно ассоциироваться либо с осажденным Ленинградом, либо с помощью союзников Советскому Союзу. И вот мне задаю банальный вопрос. Что должно было случиться в головах российского руководства, конкретно Путина, его клики, своры, знаете, не хочу их оскорблять больше, чем они того заслуживают, чтобы мир, страна и мы оказались в такой ситуации. Вы вначале очень юморно шутили о сосульках. Мы в Украине ждем, что когда-нибудь в коридорах Кремля у какого-то из службы охраны будет табакерка по извечной древней российской традиции, если уже это не сосулька сделала. Да, это известно, что надежд тут на честные выборы немного, а в общем есть категория людей, которые думают, что без табакерки ничего не изменится, только так. И вы знаете, уважаемые коллеги, зрители, слушатели, мне кажется, всем будет интересно сейчас познакомиться с нашим опросом москвичей. Мы спрашивали их, кто больше нагнетает вот эту военную, ну не будем называть это истерией, вот ощущение, что вот нападет. Кто нагнетает-то? Кто больше других пугает российским нападением? Ну, что-то внешние, наверное, какие-то силы. Скорее всего, по большей части, это, конечно, Украина и Америка. Мне кажется, сейчас вот на Украине люди немножко, знаете, воспитаны в другом времени. Они воспитаны против, ну, как у нас раньше был СССР, они воспитаны против этого. И, наверное, ну, какой-то менталитет у них свой. Скорее всего, из-за этого. А Штаты, они привыкли воевать. Это их хлеб. Ну, сейчас в данный момент, по-моему, Америка. Это мое мнение. Я думаю, ни от кого не исходит. Прям явной агрессии ни у кого нет. Американцы, украинцы, конечно. Уж не мы. Мы им всячески пытаемся доказать, что никто ни на кого не собирается нападать. А они не верят. Я думаю, конечно, американская политика. Почему? Ну, потому что они привыкли доминировать в мире. Поэтому они пытаются сейчас сохранить те позиции, на которых они когда-то были лет 20 назад. Я так думаю, если не 25. Ну, поэтому. Да, это вражда, наверное, давно. Это не то, чтобы нагнетает кто-то конкретно. Это скорее защитная реакция с каждой стороны. Америка всю жизнь опасается России, Россия также Америки. Вот никакого нагнетания я не вижу. Это... Но все-таки в массе своей наши уважаемые прохожие видно, что слушают телевизор Марию Захарову, которая говорит, что нагнетает Америка и официальные лица, что нагнетает Америка, что все это оттуда, это они придумывают, они клевещут, как обычно. Но редкий случай, когда результаты нашего твиттера резко расходятся с мнениями прохожих. Итак, кто главным образом пугает, кто больше других пугает российским нападением? Сама Россия 70% ответили наши слушатели, наша аудитория в Твиттере, США 23%, Украина 6%, Европа 1%. То есть есть ощущение у людей, которые следят за интернетом, что Украина в этом не участвует, то есть можно, доверяют люди Зеленскому, который говорит, что не паникуйте, этого не произойдет, мы сделаем все, чтобы этого не случилось. Украина нет, США вот 23%, и все-таки угрозу вот того, что происходит, того, что может произойти, ощущают от России.
Ну да, и я думаю, что если все-таки у Владимира Владимировича в голове щелкнет в сторону начать войну, да, ну, вот, знаете, что самое же напасть на свою страну, на самом деле, да, и это, конечно, будет преступление, и это уже не настоящее преступление, за это нужно напасть, не, на свою страну, да. Ладно, это уже другая, но братья вот. Же, братья, как бы же на братьев нападают. Значит, когда они хотя говорят про братский тякнули... народ, то да, я вздрагиваю вообще, когда они говорят, что Казахстан братский народ, это вот страшно просто, что они с братьями делают. Но, знаете, вот если они начнут войну, то для них будет главная задача пропагандистская доказать, что это они на нас напали. Ну да, так вот. Мы же и об этом они это уже говорят. Уже, ну, подожди, уже Песков говорил, что почему мы держим группировку на границе? Потому что оттуда исходит угроза. То есть, по всей вероятности, они скажут, что украинцы хотели захватить Ростов и Белгород, а оттуда пойти на Москву, бандеровцы, известное дело, там, ну и так далее. И вот. Я думаю, что им, ну, мир им, конечно, не поверит, но у нас будет определенная категория населения, которая им поверит, к сожалению. Тем более, что, конечно, сразу же после этого все альтернативные голоса будут заглушены немедленно, да, это понятно. Вот здесь будет чрезвычайное положение, там арест и прочая радость. Мы, как я уже говорила, мне кажется, очень важным обсудить вот эту тему, которую вбросила коммунистическая фракция в Думу. А это законопроект, подписанный лично Геннадием Зюгановым, о признании Российской Федерации вот этих республик ДНР и ЛНР. Это большой привет Алексею Навальному, который только что дал интервью вот американскому изданию, английскому. Time, да. Который только что дал интервью, в котором он сказал, что вот все-таки это успех умного голосования, мы победили, наши кандидаты прошли. Мы знаем, что кандидатами умного голосования в массе своей были коммунисты. И это ровно то, о чем говорили люди, которых тревожило кто угодно, только не Единая Россия. Вот Единая Россия не предлагала, на самом деле не исходил законопроект о признании ЛНР и ДНР со стороны Российской Федерации. Этот законопроект вышел из-под пера, из-под рук вот этих страшненьких коммунистов, которые, опять же, вот герои умного голосования Алексея Навального. Все-таки я считаю, что это большой ему привет при всем уважении. Но я теперь хотела бы спросить у Александра Харебина сначала, считаете ли вы это угрозой, опасностью? Или, может быть, действительно дать им уже вот этот вот, кинуть им этот... Как вы это называете, Леонид? Ну, в качестве кость вот эту в качестве компенсации морального ущерба. Лучше уж пусть признают и отвяжутся, чем пойдут войной. Смотрите, территориальные целостности не разбрасываются. Ни политики, ни эксперты, мы не имеем права, даже анализируя ситуацию, допускать такую возможность, по крайней мере, публично. Что происходит на сегодняшний момент? Мы много говорим, кому выгодна эта эскалация напряжения. Давайте представим такой сценарий, и о нем уже говорил Песков там, буквально месяца полтора или, там, или два назад, о том, что Минское соглашение – это лучшая дипломатическая победа, которую Российская Федерация имела за последние десятилетия. Согласно Минским соглашениям, Украина должна интегрировать в свое государственное тело некую такую субстанцию под названием так называемая ЛНР-ДНР с правом вето на внешнеполитические решения. Сначала Порошенко достаточно коряво, но извините за слово, выпетлял из этих Минских соглашений. Зеленский достаточно безапелляционно заявил о том, что ни формула Штайнмайера, ни Минские соглашения в нынешнем виде украинскому государству неприемлемы. И если предположить, что накачка риторики и эскалация на границах – это такой, знаете, гопнический путь. Мы просим по максимуму, а получим то, что хотели первоначально. Поэтому можно предположить, что это некий общий план, когда условием деэскалации будет попытка заставить, это очень важное слово, не убедить, а через вот такую риторику, через эскалацию принудить украинское государство к выполнению Минска по правилам и пониманию шагов со стороны Российской Федерации. И вполне вероятно, что законопроект Зюганова, естественно, мы видели, знаем, слышали, хотя Госдума пока заявила, что якобы не получала его, ну, как с Жириновским. Звезды зажигают. Песков сказал, что он его не видел. Кремль не видел. Извините, значит, Кремль не видел, но мы же взрослые люди и понимаем, что
Поэтому сейчас буквально многие сейчас говорят, что завтрашняя встреча в Женеве Лаврова и Блинкина – это такая последняя остановка перед крушением поезда. Я думаю, что понедельник по той риторике, которую будут вести официальные лица как с американской стороны, так и с российской стороны, будет определяющим для будущего европейской безопасности. И по большому счету, я надеюсь, что эта разрядка она наметится. Я тоже прошу обратить внимание наших зрителей, мы это видим, обратите внимание, как поменялась риторика российских официальных лиц. Первая встреча, которая состоялась по линии США-Россия, когда Россия предъявила ультиматум возврат НАТО к границам 97 года фактически, ну и набор того бреда, который я называю, в общем-то, повышением ставок до бесконечности. Последнее заявление деятелей дипломатической Российской Федерации сейчас стали более сдержанными. И последняя риторика, то, что в Украине мы слышали, что Запад должен аннулировать итоги саммита в Бухаресте 2008 года. Причем письменные гарантии об аннулировании этого потенциального вступления, что дорога Украины и Грузии открыта. Поэтому вот это вот качели холодно-горячо, это и может быть целью Путина, который пытается расшевелить такое западное болото, но мне кажется, что он как раз проиграл в этой ситуации. Если раньше Запад, особенно европейская политикум, сомневался в том, что Россия агрессор, либо всячески уходила от этого ответа, то последний год просто сделали из Путина не рукопожатого, явного такого кровавого диктатора, который, если не дай бог, действительно начнет кровопролитную войну, просто превратится в изгоя и, ну, я думаю, что, как сказал Байден, пожалеет до конца своей жизни об этом действии. Только жизнь, думаю, будет очень короткой. Вернувшись к началу нашего с вами сейчас разговора, это делает ситуацию более катастрофичной, если Дума этот признает эти две республики? Делает ли ее более страшной и близкой к войне? Нет, эта ситуация, наоборот, освобождает некоторые шлюзы для принятия решений внутри украинского государства. Потому что чем больше определенности, чем больше понимания о реальных намерениях, реальных шагах, тем проще вырабатывать стратегию противостояния. Потому что это затянувшееся болото, оно достаточно вязкое, и Украина все больше погружается в него. Ага, интересно, интересно. И Юрий Федоров, тоже ваше мнение, военное, экспертное признание. Вот они берут, голосуют и признают. Хотя мне не кажется тоже действительно, что это случится, потому что вроде бы нет и в Кремле этого, вот как и других решений, этого тоже еще не встал еще на ногу ДНР, ЛНР Владимир Путин утречком. Но если это случится, вы считаете, это ухудшит ситуацию или наоборот сделает ее более определенной, это значит в позитив, в плюс? Тем более, что даст сохранить лицо. Во-первых, я считаю, что инициатива коммунистов – это своего рода пробный шар, который инициирован, конечно, Кремлем, а не Зюгановым. Зюганов сам решать такие вещи не может. Кремль сейчас находится в состоянии, я бы сказал, глубокого тупика и хаотически ищет выход из вот той ситуации, в которой он оказался, когда, с одной стороны, был предъявлен ультиматум Западу, который Запад, причем этот ультиматум был предъявлен публично, и, соответственно, у Путина только перед Путиным стоит задача спасения лица, об этом мы уже говорили. И вот рассматриваются разные версии спасения лица, в том числе и такая. Будет ли это более, как это скажется на ситуации вокруг Украины, я думаю, да, это некоторым образом определит, сделает ситуацию более определенной. Не исключено, я никоим образом не берусь давать какие-то советы, какие-то рекомендации правительству Украины и ее руководству. Это не моя задача, как гражданина страны-агрессора, я вообще не имею права как-то оценивать ситуацию в Украине. Но, тем не менее, это создаст, и, может быть, это некоторым стабилизирует ситуацию, когда исчезнет вот та самая, вот перестанут повторять мантру о том, что о включении в политическое тело Украины вот этих самых
так называемых народных республик. Это, с одной стороны, осложнит ситуацию в Украине и вокруг нее, потому что это будет, естественно, нарушение территориальной целостности недопустимо, но, с другой стороны, это сделает ее более определенной, более жесткой, если хотите. Понятно. Снимет груз, значит, делает ситуацию определенной. Все, это уже не Украина. Все, так? Определенность в этом? Нет, ну, украинцы с этим не согласятся никогда. Просто у нас есть... Ну, вот украинский эксперт вам сказал, что действительно это может быть пойти на пользу определенности. Перед, так сказать, человечеством сейчас есть две задачи. Одна дальняя задача, такая долгосрочная. Долгосрочная задача – это закончить этот конфликт. Этот конфликт будет закончен тогда, когда будущее правительство Российской Федерации признает все, что было сделано, преступлением, начнет переговоры о возвращении этих территорий и так далее. Вот это, но это не с Путиным, это может быть даже и не с тем, кто после Путина, а со следующим. Леонид, там... А краткосрочная задача, Леонид, да. Краткосрочная задача – это избежать войны. Угу. Это просто, чтобы не стреляли, чтобы люди не погибали. Ну, вот это самое главное. Да. Это самое главное. Просто должно появиться такое правительство, которое бандитов назовет бандитами, и тогда исчезнет проблема вот этой амнистии, на которую никогда Украина не пойдет, на амнистирование, на легализацию этих людей. У нас когда-нибудь вот будет такое правительство. Да. Украина вступит в НАТО, а наше новое правительство подаст заявку на вступление в НАТО, наверняка. Леонид, у нас редкий случай, когда завтра уже случится то, по поводу чего вы можете сегодня дать прогноз. Мы завтра будем обсуждать результаты разговоров Лаврова и Блинкина. Ну вот одну минуту вам на... к чему все это приведет? Лен, мне даже минуту не надо, мне даже секунду, я не знаю. Я не знаю, к чему это приведет. Потому что, понимаете, это не логика. Если бы здесь была логика, если бы наши стремились к безопасности, или если бы даже не стремились к безопасности, но у них была бы рациональная картина мира, тогда понятно, что они завтра договорятся. Так, иначе, но договорятся. Но поскольку мы имеем дело с абсолютно иррациональными стремлениями, да, надо понимать, что внешняя политика Российской Федерации не преследует цели безопасности и процветания России. Она представляет совершенно другие цели, личные. Это ранний феодализм, понимаете, когда один король мог начать войну против другого короля, потому что его не там за столом посадили на совместной пьянке. Это вот, вот такого типа отношения на самом деле. Вот. И их предсказать ни в коем случае нельзя, можно только надеяться. Потому что вот если наши пойдут по жесткому сценарию, если наши начнут войну, надо понимать, что это жуткая трагедия не только для Украины, но для нашей страны, для каждого из нас. Уважаемые зрители и слушатели, до завтра.